В Одессе правоохранители задержали женщину, которая поругалась с водителем такси, угнала его автомобиль, а потом устроила ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области. Оперативниками установлено, что 36-летняя женщина возвращалась на такси домой из ночного заведения. Во время поездки одесситка начала конфликтовать с водителем, а когда таксист попытался ее высадить, дебоширка заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центральным улицам Одессы, нарушительница не справилась с управлением и врезалась в припаркованную иномарку. В результате автоприключения никто не пострадал, начато уголовное производство. Жінку поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз її дії кваліфіковані за ознаками частини 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Правова кваліфікація усім діям фігурантки буде надана в ході слідства.